Сегодня в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям чествовали ветерана этой службы Станислава Макарова с 80-летним юбилеем. Он прошел большой жизненный и трудовой путь и везде снискал почет и уважение, поскольку главным кредом этого удивительного человека было беззаветное служение своему народу, своей родине. На момент вступления в должность начальника управления по ЧАЭС Жамбылской области Станислав Николаевич имел за плечами более чем 30-летний опыт работы в различных отраслях экономики. Строил электростанции по Казахстану и Киргизии, в том числе Джамбульскую ГРЭС. Был главным инженером главкоротау химстроя, строил объекты химии, жилья и соцкультбыта. В 80-е годы был заведующим отдела строительства обкома партии, первым секретарем горкома партии в Джамбуле и Каратау, заместителем председателя Джамбульского области. В 90-е заместитель главы администрации нашей области с 95 по 2005 годы возглавлял ДЧС Жамбылского региона, является почетным гражданином Жамбылской области и почетным ветераном МЧС РК. Практически каждый месяц что-то где-то у нас в республике происходило, и джамбульцы многое сделали в оказании помощи нашим соседним областям. В первую очередь Южно-Казахстанской области, вот, и выезжали в другие города, в другие области, оказывали помощь и содействие. И правильно сказали, что мы с самого начала всегда были в передовиках. В начале 2000-х чрезвычайные ситуации природного характера испытали на прочность нашу область. Землетрясения в Рысколовском районе, паводки, нанесшие ущерб свыше 400 миллионов тенге. Обильный снегопад в 2005-2007 годах при ликвидации всех этих последствий ЧАЭС. И проявился тогда богатый опыт и талант организатора Макарова. И сегодня его коллеги вспоминают о нем с теплотой и вдохновением. Его вклад в развитие службы ЧАЭС области огромный. Он всегда отличался особым отношением к работе. И мы, его последователи, стараемся соблюдать те принципы, которые он нес всегда. До меня Станислав Николаевич возглавлял Совет ветеранов. Сейчас этим занимаюсь я. Большой почет и уважение ему сегодня оказывают все его коллеги и единомышленники. После выхода на заслуженный отдых Станислав Николаевич возглавил общественное объединение «Совет ветеранов структурных подразделений МЧС РК по Жамбылской области», проявлял заботу о пенсионерах и ветеранах войны, уделял большое внимание их социальному и материальному положению. Звание и опыт Макарова помогли воспитать не одно поколение ЧАЭСников, ставших профессионалами своего дела. Куляш Умурзакова, Султан Жирабай, 77 News.